Несовершеннолетняя жительница Уральска продавала запрещенную литературу. 17-летняя девушка решила подзаработать и разместила в социальной сети Instagram объявление о продаже книг экстремистского содержания. Факт реализации обнаружили сотрудники управления по противодействию экстремизму совместно со специалистами из управления по делам религии. Сотрудниками управления по противодействию экстремизму Департамента полиции Западно-Казахстанской области совместно с управлением по делам религии был составлен административный протокол в отношении матери девушки по части 1, части 3 статьи 490 КУАП РК «Нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях» с конфискацией запрещенной литературы экстремистского содержания у несовершеннолетнего жителя города Уральска. Стоит отметить, что статья 490 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает наказание в виде штрафа на физических лиц в размере 50, на юридических лиц в размере 200 месячных расчетных показателей. Сумма штрафа возрастает в зависимости от части статьи. Всего с начала года за нарушение закона о религиозной деятельности к ответственности привлечено 19 человек.